Где неподалеку ты живешь? Спасибо. Я знаешь, что люблю для вот эти поцелуйчики? А, я тут приезжаю в КБР, я тебе покажу. Кабардино-Балкария, что ли? Да? Нет? Я в Нальчике, кстати, была. В санатории есть такой Кавказ. Мы туда с подружками ездили, когда мне было лет 14, так где-то. Вообще классно было. Мы еще подростки, короче, родители же постоянно опекают, все. А там в горах связь не ловила, и мы вообще такие сами по себе. Ой, вообще. Турция, имба. Я вот туда, в Турцию, лечу скоро, через полмесяца. Боже, как же ты игноришь? В смысле, блин? Вы пишете, я не успеваю. Что успеваю, то и читаю. Месяц Рамадана. Меня обзывали? О, спасибо. Это ты на Аве? На Аве? Ну, как бы да. Я чужие фотки не выставляю. Куда ты из-за меня Чепушилы не поедешь? Вообще, что ты Чепушилы меня называешь? Дурной, что ли? Ой, ты знаешь, короче, я вот это устроилась официально ведущим, мне сделали, и мой агент сказал, нельзя не давать админку никому. Видите, как здорово, быстро, опа-опа, накрутила. Сейчас еще кое-что сделаю под конец. Вообще будет чики-бомбони просто. Конечно, есть калмыки и красивые девушки. Ты что, сомневался? Они тебя будут обзывать, хоть сама блокай их. А мне все равно. Но если прям совсем будут херово, то тогда заблокаю, да. Я не поднимаю. Продам валенки БУ. Нет, я не русская. Нет, я не татарка. Хотя что-то татарская там у нас тоже. Помесь жесткая, сильная. В основном калмыцкая, чеченская нация. Ну и девчонка немецкая есть. Смотрите, какой страшный локон. Сейчас мы его и будем исправлять. Вот так вот возьмем побольше волос. Вот так вот. И закрутим ее, эту прядку. Опа, крутись, родная. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Уже получше крутился. Мне так повезло жить в этом мире. Сильно маленький. Что сильно маленький?
Спасибо, Рао. Что помнишь? Смотрел. Так, по весу. Где там? Жарко. Блин, тут чуть-чуть осталось. Надо эту часть быстренько докрутить. Что-то она плохо идет. Сейчас мы ее расчешем. Вот так вот. Кушай, девочка моя, кушай. Хавай, хавай. О, захавала. Никуда не собираюсь пока. Просто на день. Бывает такое настроение, что хочется накрутиться и так вот ходить весь день. Настроение поднимает. Макс, ты придурок? Вот это вот написывать мне сюда. Вообще ебанулся головой. Помнишь, смотрела. Идиот, пацан, пишет мне что-то. Я тебе там дудку куплю или что-то там скину, не скину. Мы тут сидели, разговаривали, когда у меня зарплату задерживали. Пишет, а типа давай дружить за деньги, ля-ля-ля, короче, всякую фигню. Я пишу ему, типа, а что с тобой бесплатно никто не дружит? Ну, что ты такой отчаянный, что в тебе не так говоришь, что с тобой просто так, типа, не дружит. А дело в том, что, типа, у меня там хуму и мамали, мой, вот этот язык же не знаете. Ну, типа, то, что он сейчас пишет. Спасибо большое. И, короче, я говорю, ну, просто дружить мы можем, а что-то там ля-ля-ля, вот это говорю, типа, не. Да, хорошо, давай созвонимся по видео. Давай, короче, созваниваемся по видео. И он резко в камеру направляет свое, как сказать, свое разочарование, или как сказать. Ну, вы поняли, что он мне там в камеру направил. И все, он в черный список пошел. А теперь пишет сюда. Идиот, не? Спасибо. Да, я тебе тоже розочку в ответ пришлю. Придурка кусок. Так, это мне ладно, еще 21 год. Прикиньте, тут девочка маленькая какая-нибудь, будет несовершеннолетняя. Так, познакомиться с мальчиком, давай дружить. Позвонит на видео и будет показывать ей. Привет. Я Пулат? Спасибо. Кстати, мы 1000 бобов добили. Ничего себе. Ничего себе, вот это. Да, милашка, я же тебе вот рассказываю сейчас историю. Вот это. Чего ты пропал, Макс? Напиши что-нибудь сюда. И еще бесстыжий после этого заходит и в эфир пишет мне. Ты помнишь, придурок? Все. Наконец-то последняя прядь мне осталась. Заберу ее тоже сюда. Ой, спасибо большое за подарочки. Вот эту киску киньте. Вот это вот поцелуйчик. Привет. О, спасибо. Но опять ничего не придумаю. Кто-то на балконе. Кто-то быстро вверх, потом... О, Бага, привет. Как дела? Очень приятно, Мага. Меня Мина зовут. Привет.
Николай. Ой, а как мне это сделать? Все сделала. Мой кролик нормально. Сейчас по шее от меня получил за то, что прятался. Так, ну все, вроде сзади все накрутило, да? Не, никуда не собираюсь. Так, чисто для себя. Так, собираюсь, не в чекане этот хочу